И еще о мероприятиях ко Дню молодежи. Состоялся финал республиканского конкурса лидеров и руководителей молодежных общественных объединений «Моя инициатива». Молодые предприниматели и волонтеры, председатели студсоветов и военно-патриотических организаций. В этом году количество участников республиканского конкурса перевалило за сотню. В финале приняли участие 13 самых амбициозных представителей современной молодежи. Я считаю, что моя инициатива, моя деятельность должна быть как-то отмечена. Я сейчас руководитель проекта «Открываем мир вместе». Этот проект направлен на социализацию детей в обществе путем общения с волонтерами. Главная задача наша – это развить в ребенке качество лидера. Мария уверена, с малых лет в детях необходимо воспитывать чувство сострадания и участия. Если ты помог нуждающемуся сегодня, то завтра обязательно помогут тебе. Проникновенная речь девушки тронула сердца не только зрителей, но и членов жюри. Мария Комарова стала одной из победителей регионального конкурса. Вместе с ней первое место разделили еще 3 руководителя студенческих и общественных объединений. Все они, помимо грамот и слов благодарности, получили возможность представить свой проект на более высоком уровне. «Моя инициатива». Это этап всероссийского конкурса «Лидер 21 века». Лучшие, соответственно, поедут уже на финал, на всероссийский конкурс в город Санкт-Петербург. Дарина Игнатьева, Расиль Мухаметов, Республика.